Добрый вечер. Добрый вечер. Вы родились и школу закончили в Костанае. Когда вы Костанае сейчас называется. Костанае, но да. Вы-то родились в Костанае. Совершенно да. Когда вы там последний раз были? Ну, наверное, больше лет 8, даже 10 назад, наверное. С какой-то миссией или просто? Просто посмотреть места боевой славы. Изменились места? Ну, конечно. Конечно, потому что... Теперь это за границу. За границу. Да, но видите, Казахстан. Она ведь практически сразу, когда я поступил в институт, у нас 91-й? Было очень, очень забавно, да. Ну, если, хотя, наверное, не самое подходящее слово, мы поступили все гражданами СССР, а пришли уже гражданами разных стран. То есть я поступил и был зачислен в августе 91-го года, а в сентябре пришел уже к гражданинам другой страны. И это было так вот... То есть у вас гражданство... Казахстана было до конца. Я получал российское гражданство потом. Ну, вот когда было понятно, что я остаюсь в аспирантуру и так далее. Вот. Родители вас крестили? Да. В семимесячном возрасте. При этом, насколько понимаю, отец вас в органах внутренних дел, в милиции. В милиции работал, да. А мама? А мама учительница была, но потом она работала в научно-исследовательском институте после школы. А потом опять вернулась в школу, но она последние годы работала в школе, ну, при колонии. То есть такая специфические дети были у нее. А это был смелый поступок для советского милиционера крестить сына? Он был не просто смелый, он был и смелый, и опасный, потому что его просто уволили. Поэтому меня крестили... Уволили из-за этого? Уволили бы. Да, а, поэтому меня крестили не в Костанае, а в деревне, в районе, где-то там... в области, под другой фамилией, но имя, слава богу, имя мое. То есть в книге учета была другая фамилия записана. Кстати, насчет имени. Я так понимаю, что вы своего сына назвали в честь дедушки, ну, в честь своего отца, нет? Или это совпадение? Да, естественно, в честь отца, но и вот для нашей семьи особую такую вот роль в жизни нашей семьи играет один из новомучеников, как мы в церкви говорим, священный исповедник Роман, вот мощи которого находится в одном из московских храмов, и он просто вот как-то так, он нам очень дорог, близок, и мы считаем его таким вот защитником, если можно сказать, нашей семьи. Это особый такой был священник, исповедник, вот, который прошел много лагерей в советское время. Вот. И поэтому он в честь вот этого святого, ну и, конечно, в честь деда. Да. А вас в честь кого назвали Владимиром? А там как-то все очень сложно было, потому что нас очень долго ждали, вообще там, ну, как-то вот многократно я пытался это выяснить, но вот до конца я так понимаю, что нет какого-то человека, в честь которого непосредственно меня назвали, ну вот как-то нравилось именно. С сыном, то есть с младшим ребенком, да. Мы разобрались. Да. А дочерей вы назвали как и в честь кого? Ну, там, у нас везде получилась такая вот история святых и бабушек, и дедушек. Так. Причем она вот естественным образом совпала. Старшая дочь Елизавета, это в честь Елизаветы Федоровны, я имею в виду сестры Александры Федоровны, императрицы последней, вот, поскольку она канонизирована. Но и в честь мамы отца она была Елизавета. А Анечка, она в честь, ну, естественно, тоже у нее есть своя святая, и она в честь бабушки мамы маминой. Поэтому у нас вот, так сказать, круг здесь. Старшая уже ходит в школу, насколько я понимаю. Да, Лиза во второй класс ходит. Она в какую-то специальную школу? Нет. Ходит? В обычную школу? Ну да, обычная школа, но там есть элементы такой православной культуры, но мы выбирали не по религиозному признаку, а просто, знаете, как вот мне в свое время старшие товарищи подсказали, я с ними совершенно согласен, что начальная школа — это учитель. Поэтому мы искали учителя. Логично. Да, поскольку учитель... у нас вот нам понравился, ну, жене, она, так сказать. Вот. Она, правда, оказалась, что как только мы определились с учителем, учительница через 2 месяца или через 3 ушла в декретный отпуск, и пришлось все равно, вот, жизнь, так сказать, свои сюрпризы преподносит. Вот. Но школа, там ничего такого необычного нет.
Жена тоже по образованию журналист. Нет, она филолог, она японист. Я знаю, что вы познакомились, работая в редакции. Да, я поэтому решил, что у нее. Она как раз, как я всегда говорю, в отличие от меня, у нее, хотя, это, не дай бог, кто-то услышит из моих, у нее серьезное образование, но она ИСА закончила. Еще тот ИСА. А у вас выбор высшего учебного заведения, то есть это МГИМО и факультет международной журналистики, так он назывался, по-моему, да. В то время? Когда я поступал, он назывался факультет международной информации. Его все время там переименовывали, возвращали. Я просто помню, что в свое время, когда-то он назывался МЖ. МЖ, конечно, да. А потом вернули, сказали, что вот это бренд. А это чье было решение? То есть это было какое-то коллегиальное семейное решение или это ваша была воля? Я, знаете, это такая, мама очень хотела, чтобы я поступал на МГИМО. Я хотел поступать на философский факультет МГУ. Так. То есть вообще на философский факультет. Я поехал в УРГУ, который ближе. Но в УРГУ, я был тогда в 9 классе, это где-то 89-й год, 88-й. Я помню до сих пор, что меня повели на лекцию старшекурсники. Я посидел на лекции о Спинозе, на лекции по Энгельсу, было очень интересно. А потом в общаге мы как-то с ребятами сидели, и я думал, что вот они ведут какие-то философские разговоры, а они все время обсуждали там какие-то местные политические события, и мне как-то показалось, что там, ну вот это не то, что мне было интересно, я как-то хотел с ними о Канте поговорить, а они, значит, о каких-то текущих ситуациях момента. И тогда я решил, что, ну, Москва, вот, и мы приехали в Москву, и с мамой пошли на философский факультет. И там сидел какой-то молодой человек и на машинке печатал, это что-то докомпьютерная эпоха. Я говорю, здравствуйте, там он говорит, ну, здравствуйте, так вот. Я говорю, знаете, вот я из Казахстана, я хотел бы с вами, вы не поступите, и дальше. Я говорю, знаете, а почему, собственно, вот вы, собственно, я тут, знаете, начал, вообще, собственно, я вот вообще, вот у меня вот, скорее всего, медаль будет там, если все будет хорошо, и вообще. Он говорит, ну, если есть знакомый в министерстве, оформляйтесь как национальный кадр, говорит он, не отрываясь, значит, от машинки. И тогда, вот, я говорю, послушайте, повернитесь, я не казах. Я говорю, я не могу оформиться как национальный кадр. Он говорит, если знакомый есть, можете. Ну, я, в общем, очень обиделся, вышел, и тут мама поймала. Она говорит, давай в МГИМО зайдем. Я говорю, мама, ну какой МГИМО? Ну, она говорит, ну давай зайдем. Ну, давай. И вот мы пришли, кстати, вот лестница, в галстуках, комсомольцы все. Мы говорим, здравствуйте, здравствуйте, как же вы пришли? А вы хотите к нам послать, как замечательно, та-та-та-та-та. Я был совершенно вот этим внешним, вот таким вот человеческим отношением, как-то вот был совершенно очарован. И мама говорит, да, давай в МГИМО. Я говорю, да, давай. И вот я готовился, я не поступил. После, в 90-м году я закончил школу. Я был с медалью. С медалью. Я был один медалист в школе. У нас было два в городе. И я единственный из класса не поступил никуда. То есть у меня все поступили, а я не поступил. Я когда приехал, мне мой брат двоюродный сказал, ну что ты расстраиваешься? Все приедут, скажут, я поступил в такой-то там педагогический, я в такой-то политехнический. Скажу, а я не поступил в МГИМО. Вот так примерно и было. Ну, кстати, МГИМО действительно в советское время уж, это точно, можно было поступить либо если был какой-то номенклатурный багаж, то есть то, что называется связи, или по так называемой пролетарской квоте. Из рабочей семьи. Да, да. Вы поступили в результате как обладатель золотой медали? Или в результате, вот... да. Но, видите, мы все-таки тоже было переходное время. Уже, если я не ошибаюсь, вот я не помню, то ли 90-й, то ли 91-й, впервые в тех немногих буклетах МГИМО, которые были, была убрана строчка «Принимаются лица преимущественно мужского пола». Вот, кажется, она в 90-м еще была, а в 91-м ее точно не было, потому что у нас девчонок впервые было больше, чем ребят. Вот. А я первый раз, было 5 экзаменов тогда, Это эпоха не только докомпьютерная, но и до ЕГЭ еще. Мы сдавали 5 экзаменов. И вот первый раз я получил сразу 4, по-моему, по языку, и мне пришлось сдавать все. А медалисты сдавали во все вузы один экзамен, а МГИМО 2. Нужно было подтвердить медаль 2 пятерками. Вот. Я в итоге в первый раз не добрал 1 балл. То есть проходной оказался 23, у меня было 22. А вот в 91-м я получил по сочинению по языку 5 и поступил. И вы сразу после окончания, насколько я понимаю, высшего учебного заведения, там же стали преподавать? Я начал преподавать на 4-м курсе. Это был смелый эксперимент моего дорогого учителя и старшего товарища Юрия Павловича Вяземского. Он сказал, что как-то он видел, я тогда вот начинал как-то активно, вот, что называется, церковной жизнью жить. И он, мне кажется, немножко боялся, чтобы мальчик куда-то не ушел вот туда. И он меня решил так привязать. И я говорю, вот, я полон идей. Он говорит, ну, пожалуйста, реализуйте, пожалуйста. И я был на 4-м курсе, а мои студенты были на 3-м, первые.
Это мой любимый до сих пор вот курс, мы дружим там со многими. Ну, а вот откуда эта тяга появилась? Стали интересоваться церковной жизнью, там, будучи студентом такого элитарного учебного заведения? Очень стандартно у меня это появилось. Мне кажется, что это вот для... Собственно, ведь у нас когда поворот такой произошел? Это 88-й когда? Год. В стране, я имею в виду. Да. 88-й год. Тысячелетие крещения Руси, ЦК КПСС, уже товарищи понимают, что, в общем, никто особо уже в это все не верит, нужна какая-то идейная основа. И вот тогда, собственно, ведь даже инициаторами ведь масштабных празднований было государство. Ну, или, по крайней мере, без согласия государства, без поддержки этой инициативы государства ничего бы не получилось. И даже многие иерархи тогда не могли поверить, что что-то меняется. Да, когда сказали, будем праздновать тысячелетие крещения Руси. Как? Тут забор покрасить надо, письменное разрешение, а тут тысячелетие крещения Руси. И тогда стали издавать, помните, это ведь не только был бум толстых журналов, это вопрос философии, начинают издавать приложения из истории русской религиозно-философской мысли. Вот они несколько лет подряд, это все там от Франка и Бердяева там, до еще кого-то, они все это издают, это все читают. Значит, соответственно, Достоевский, русская религиозная философия, потом на первом курсе, ну, все-таки я оказался из Кустаная, приехал в Москву. Вот, при всем разрушении, все-таки 40-40, и да, там храм, и ты заходишь, и ты понимаешь, это, что вот книги этого мало. Вот в книгах, ну, ты можешь там наизусть выучить смысл жизни Франка, но ты от этого не становишься христианином. То есть нужно какое-то не действие, это все-таки уже не совсем такой подростковый период, а нужно какое-то причастие, ну, пока еще вот не в церковном смысле, а вот причастие какой-то другой жизни. И через книги это не получается. Это нужно вхождение в церковную жизнь. Но финально я в этом утвердился, когда я оказался на стажировке в Соединенных Американских Штатах. Угу. Вот уж я там встретил общину иммигрантов наших, ну, потомков уже их. И вот там я увидел такое православие с человеческим лицом. В каком году это было? Сколько вам было лет? 93-94. Угу. То есть у меня был 20-21 год. Ну, у вас, как бы, вы знаете, вот этот тезис, что нас так долго учили любить запретные плоды Америки, потому что мы помним весь этот агитпроп, все вот эту терминологию про американскую военщину, понимаете, запретный этот плод, он, конечно, привлекал. Но моя Америка, она другая совсем. Да, вот мне хотелось, да. Вот вас перепахало вот знакомство с, ну, совершенно с другим укладом. Конечно. Конечно, это великая страна, конечно, с маленькой очень историей. Вот, конечно, там много всего. Ну, у меня есть свое, ну, у меня просто личностное отношение к Америке, потому что там, ну, я знаю каких-то там простых людей, знаю каких-то выдающихся ученых. Вот, например, один из самых известных американских социологов религии Роберт Белла из Беркли. Я с ним переписывался, когда писал свою диссертацию. То есть вот, я могу похвастать таким. Ну, он считается одним из таких очень серьезных специалистов считался. А тема диссертации у вас связана непосредственно с... Да, я американист, политические там процессы, символика, ритуалистика. Ну, вот, так, у этого вот как раз у Роберта Белла была такая концепция гражданской религии в США. Вот, и он, собственно, в свое время, в 60-е годы выдвинул эту концепцию, потом, правда, от нее отказался, но я вот ее все равно изучал. Вот. Конечно, у меня есть свое отношение, но оно, конечно, это не значит, что оно не критическое. Вот, оно довольно критическое, но просто... Поскольку я сказал, что у меня вот своя Америка, моя Америка, она очень православная. То есть она очень связана вот с тем, что мне больше всего в жизни дорого. А вам с кем-нибудь пришлось расстаться из ваших, не знаю, одноклассников, сокурсников, из-за того, что вот разные отношения к этому институту? Да. Вы знаете, нет, так вот... Ну, все ваши единомышленники, так сложилось, что все единомышленники ваши? Нет. Просто, знаете, как вот в школьные годы казалось, ну, не знаю, может быть, только мне, а может быть, многим, может быть, всем, что вот дружба самая сильная, самая настоящая, она сейчас, и больше друзей не будет, таких не будет точно и так далее. Самые близкие мои друзья в жизни, это, конечно, друзья институтские, вот так сложилось, и, ну, уже послеинститутские. Как вот у меня есть друг, с которым мы вместе работаем, он меня старше почти на 10 лет. Он говорит, мне кажется, что мы вместе ходили там в школу, потом учились, он учился в военном институте, что мы вместе учились в военном институте. Но это все послешкольное, конечно. Но это уже начинается с институтских времен, это уже были, что называется, по интересам. Мы уже сближались, вот самые близкие друзья мои институтские, мы, собственно, уже, вот мы вместе пришли в церковь просто. И, вот, и на этом она была, наша дружба, она как бы вот и спаялась этим. А так с остальным просто ровные отношения с однокурсниками. Ну, а когда вы для себя вот это решение как бы приняли, что вы будете работать, ну, условно говоря, на
православную веру. Ну, знаете, как, я такого решения не принимал. Это было решение Святейшего Патриарха. Вот. А я просто, ну, как-то вот, ну, ты же для себя определяешь. Ну, как, вы знаете, мне кажется, что вот религиозный вопрос, это же не вопрос о принадлежности даже к какой-то конкретной традиции. Это вот какой самый главный вопрос религии? Это вопрос о смерти. Это вот не хочу быть вполне хорошим Толстовским, это вопрос о смерти. Потому что это вопрос, перед которым стоит каждый человек, или он перед каждым человеком стоит. И каждый из нас на этот вопрос отвечает. Кто-то положительно, ну в том смысле, что вот давайте там религию. Кто-то отрицательно говорит, ничего нет, как писал герой у классики, да, лопух из, я умру, лопух из меня будет расти. Но ты все равно на этот вопрос отвечаешь. Вот я для себя на этот вопрос ответил через православие. И поэтому это, конечно, самое главное. Все остальное, оно следствие вот этого. Потому что вот у меня много, там, я там муж, брат, сын, отец, преподаватель, но определяется это все вот этой основой у каждого человека. Да? Но ведь на этот вопрос все конфессии отвечают. По-разному. Нет, ну здесь принципиально. Аксиоматика религиозная у мировых религий, она сущностно не совпадает. Они в нравственном поле отвечают одинаково. Вот то, что называется золотое правило нравственности, поэтому. А на уровне, ну там нельзя убивать людей, все согласятся. Почему нельзя убивать? У буддиста одно объяснение, у православного другое, у христианина другое. У мусульманина чуть-чуть ближе к христианскому, дальше от буддийского, но оно свое. Что такое грех, например? В христианстве это категория, там, ну если немножко позанудствовать, онтологическая, а в исламе скорее этическая, ну и так далее. То есть это большие, так сказать, дистанции огромного размера. Но при этом вот вам, по-человечески, условно говоря, ближе любой верующий, нежели атеист, или нет? Это очень такой сложный вопрос. Знаете, у меня нет универсального ответа. Ну, мировоззренческий, конечно, верующий. Но верующие тоже бывают разные. Знаете, сказала вот мама моего, я ее, правда, не застал, но знаю вот цитату моего первого духовника, ныне покойного отца Германа, его мама сказала как-то о ком-то. Она говорит, может быть, они и православные, но точно не христиане. И вот это такая блистательная, конечно. Поэтому это вот я сегодня наблюдаю в нашей жизни, вот среди таких активных, некоторых, не всех далеко, таких православных, что они вот не спасаться пришли в церковь, они вот пришли церковь спасать. Они все время как-то пытают церковь от этого спасти, от этого, от таких врагов, от всяких врагов. Ты с собой сначала разберись, что ты спасаешь. Церковь, она не человеческой защитой стоит. Ну, поэтому тут верующий. Потом, понимаете, вот как вы сказали, для себя ответил. Я каждый день для себя на этот вопрос отвечаю. Но ты все равно, ты вчера в одном сомневался, сегодня в другом, завтра какие-то другие. Вот. Поэтому это такой процесс. Мы и журнал, поэтому вот наш Фома назвали для сомневающихся, потому что мы себя не отделяем. Ты все время, ну, у тебя есть какие-то сомнения. Нет, может быть, сомнений в Боге, вот глобально, ну, потому что вот я для себя как-то это решил после долгих, там, не знаю, мучений, страданий и поиска интеллектуального. А какие-то другие сомнения, ну, не каждый день. Вот чтобы вот закончить, условно говоря, семейную часть нашей беседы, скажите, вы допускаете, что кто-нибудь из ваших детей в какой-то момент, когда будет определяться по жизни, станет атеистом? Или вы такую опцию вообще не рассматриваете как родитель? Нет, ну я, конечно, я все допускаю. Да, я допускаю, но если Господь допустил то, что произошло с Адамом и Евой, будет наивно, что я не допущу там чего-то. Другое дело, что это, ну, наверное, это будет рано, вот, для меня. И, наверное, я буду понимать, кто за это несет ответственность. Потому что, знаете, как вот я прочитал, ну, какое-то количество книг по детскому воспитанию, с чем-то я согласен, что-то, я, мне кажется, совершенно не работает очень красиво в книгах. Я вот пробовал, понял, оно не получается. Но есть один, на мой взгляд, безусловно, универсальный совершенно вот правило, не рецепт, а правило. Что, ну, бессмысленно говорить ребенку, читай книги, если ты сам их не читаешь. Зачем говорить ребенку, не кури, если ты сам шмалишь, там, так сказать, как паровоз. Поэтому нужно, конечно, если ребенок это скажет, значит, я не смог его своей жизнью вот убедить в том, что это важно. Ну, это вот так я пока думаю. Но это, наверное, пока еще для меня такая теоретическая вещь. Хотя вот вы сейчас сказали, я так внутренне вздрогнул, конечно. Хорошо, во второй части нашей беседы мы поговорим об условно говоря, политических аспектах вашей деятельности.
Вы достаточно активны в Фейсбуке. Вы сами ведете? Или да, кто-то? Сам, конечно. Вы каждую свою запись, каждый пост рассматриваете через призму своей должности? Или, то есть там, кто там вот ведет? Там ведет человек или человек-функция? Или пароход. Да. Нет, вы знаете, каждую нет, наверное, буквально. Но хотя я понимаю, что вот если... там какую-нибудь шутку такую, вот, ну, совсем вот про шутки, да, шутку, там шутку, достаточно, да, много анекдоты какие-то кто-то бывает, может, да, написать и пишет иногда, вот, так, как вы можете, вы, да, вообще вот подумали, какое вы имеете право, поэтому у меня, конечно, своя внутренняя граница есть, условно говоря, есть какие-то шутки, картинки, они, естественно, так сказать, приличные, но которые я отправляю там по WhatsApp друзьям, но, ага, не решаюсь разместить, ну, просто потому, что у человека будет, ну, кого-то это может задеть, мне бы этого не хотелось, и потом, ну, у человека как-то свои могут быть представления, так же, как и у меня там об других официальных лицах, и свои, mm-hmm, представления допустимого и недопустимого в публичном пространстве. Мне тоже там не все нравится из того, что многие известные публичные лица на должности, да, там, государство, как будто вот они себе позволяют. Но я держу это при себе, просто я это для себя отмечаю, там, вот, стал бы я это делать или не стал. Вот. Но, в принципе, я там, знаете, он для меня Facebook — это такой совершенно такой инструмент. Я его завел, потому что я понимаю, что это нужно. И я там пытаюсь, вот даже такие неформальные истории, это некий такой баланс. Я просто понимаю, что если я там буду выдавать только вот ленту новостей... Официоз, да. Да, официоз. И даже пусть он будет каким угодно, так сказать, неформально поданным, там, угу, живым там, и прочее, там все равно нужно вот чем-то это разбавлять. У меня почти все записи открыты, кроме... Вот я про детей вот это веду, вот это для себя. Ну, это, mm-hmm, просто такая форма, ну, с дневником уже как-то не получается. А так ты в Фейсбуке их пишешь, сохраняешь, потом собираешь, и как-то я вот надеюсь когда-нибудь издать. Вы ведь коллекционируете цитаты ваших детей. Да, вот, да, я это записываю, да. Это все аутентичные материалы, или вы иногда все-таки редактируете? Минимальная редактура какая-то, чтобы. Знаете, именно потому, что то, что вот играет как устная речь, ты, mm-hmm, понимаешь, что при буквальной передаче, оно, потому что я пытаюсь передать суть, вот как-то, mm-hmm, переводчик. Mm-hmm. Вот, ну, минимальное. А вот вам хотелось бы отредактировать, условно говоря, mm-hmm, отредактировать те или иные свои действия или высказывания? То есть совершаете ли вы ошибки, ну, на своей должности? Ну, конечно, да, конечно. Нет, недовольство собой, мне кажется, это вообще нормально для человека, mm-hmm, вот, мыслящего. Я очень часто недоволен и часто вот понимаю, что ты там задним умом, а вот надо было, а вот так и так. Но тут пытаешься, конечно, вот ощущать себя, так сказать, сапером таким, которому, mm-hmm, нельзя, но ошибаться. Просто я, когда вот нас назначили 31 марта 2009 года, был вот ряд изменений в церковном управлении высшем, mm-hmm, и вот меня назначили на должность председателя информационного отдела. И нас пригласили на первую пресс-конференцию большую. Uh-huh. И Святейший мне тогда сказал, что вы вступаете в должность, это все новое для вас, в целом новое. Если что, вы, так сказать, всегда на связи, я звоните. Я позвонил, говорю, ваше Святейшество, вот меня пригласили на пресс-конференцию, вот можно мне пойти? Ну, в общем, глупый вопрос, но я как-то решил задать его. Патриарх очень терпеливо меня выслушал, сказал, что, ну, конечно, конечно, это же ваша работа. И потом через такую короткую паузу сказал с пониманием высокой ответственности за каждое сказанное вами слово. И, конечно, но это, знаете, я вот с этим чувством живу, потому что, ну, это ведь на самом деле такая вот евангельская тема, что человек за каждое слово, патриарх сам так живет, во-первых, вот то, что когда ты близко с ним находишься, ты понимаешь, что он вот, у него нет, ну, вот я не знаю человека, который бы не проводил время праздно вообще. Это не значит, что он не может там отдохнуть, но вот праздного, вот такого пустого времени, я вот, ну, всегда у всех думаю, что вот зачем ты, там 2 часа прошло там, зря, там еще что-то. Mm. Вот. А тут это как-то мобилизует, ты понимаешь, что слово как воробей поймает и вылетишь, поэтому, так сказать. Говоря об ошибках, вы не считаете, что власть, условно говоря, власть совершила ошибку, когда девушки из Pussy Riot получили конкретный срок? Мне бы хотелось, чтобы вся эта история, ну, как минимум, не была такой длинной. Uh-huh. Чтобы она не успела дойти там до каких-то западных звезд, которые, ну, совершенно конъюнктурно в нее вписались и стали, ну что, они прям вот решили побороться, ничего. Понятно, что, uh-huh, это все. Вот. И превращение, в общем-то, людей, которые, ну, не музыкально, не политически, я не знаю, может быть, кто-то по-другому считает, но вот ничего такого
не сделали, превращение их там практически в Нельсона Манделу, ну, это, мягко говоря, было бы смешно, если бы не было так грустно. В этом смысле я, конечно, считаю, что... Я бы сказал так, я бы хотел, чтобы это было иначе. И мы старались максимально... Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду... Я имею в виду официальную позицию церкви. Вот если вы посмотрите какие-то мои выступления, какие-то даже публицистические у меня были, я помню, что это писал какие-то колонки, мы максимально пытались уйти вот из этой темы обсуждения, а вот как их надо наказать. Мы оставляли это правоохранителям. Но был один принципиальный вопрос. Считает ли общество, даже не государство, а общество, такие вещи допустимыми? Потому что я вам скажу честно... У меня у самого был, вот, что меня больше всего потрясло в этой ситуации, при всей ее прозрачности и понимании того, о чем вы говорите, мне казалось, что, ну вот культура как система табу, да, что у нас все-таки современная культура, она какие-то вещи после 70 лет вот, тяжелых, там, 80, как угодно, вот, советского времени, она какие-то вещи табуировала. И одно из этих табу это осквернение храма. То есть мне казалось, что после того, как храмы взрывали, как все это просто выкорчевывало душу народную, да, нужно так это лелеять и беречь, и стараться вот туда не заходить. И зашли, и мне вот самому было интересно, и интересно плохое слово, но важно понять, вот общество, оно считает, что это допустимо, неважно в рамках чего, политической борьбы, там, допустимо вот такая или нет. И поэтому, конечно, ведь если так вспомнить, массовое было... Я практически не помню первоначально какой-то поддержки, хоть какой бы, чтобы хоть кто-то сказал, молодцы, там, ну, здесь, может быть, каких-то маргинальных, все говорят, нет, ну, условно говоря, там, от просто фу, дурновкусия до какой кошмар, но вот спектр, он все-таки был вот в рамках вот этого, да, вот, а, конечно, история так, как она развивалась, она сыграла в пользу их, безусловно, но, видите, здесь есть один момент, я очень... Что бы кто ни говорил, и понимая все недостатки там, нашей правоохранительной системы, ну или не все, но многие из них, я с большим уважением отношусь к людям, которые там работают. Просто ну, потому что многих знаю, и знаю, может быть, не телевизионный их образ. Да? И я понимаю, что они делали свою работу. Вот они ее сделали так. Вот, может быть, эти две логики здесь они не совместились. Да? Ну, в жизни часто не совмещаются какие-то такие вещи. Но, в принципе, вот, вот с этой вашей подачей я скорее соглашусь, да, что здесь... Конечно, вот мне бы самому хотелось, чтобы отношение в обществе в целом, в конечном итоге, было к этому поступку и к людям его совершившим, ну, именно к поступку скорее, потому что христианство всегда разделяет человека и поступок. Человек может измениться, поступок он уже он сделан. Да? Вот, чтобы оно было другим. И то, что вот, вот этой длительной историей, многократными там, появлениями каких-то новых людей, которые что-то сказали, все это, конечно, было немножко ну, вот, против того, что хотелось бы увидеть. Скорее так. Я не знаю, знакомо ли вам такое явление, то есть изучали ли этот вопрос или нет. Я просто вот по своим каким-то наблюдениям знаю, что очень много... храмов построено на деньги и по инициативе криминальных авторитетов. Насчет много я не вполне согласен. Я не изучал, специально честно скажу. Ну, скажем так, расследование, есть, наверное, есть такая тема. Ну, да, смотрите, хорошо, у нас было, я боюсь сейчас ошибиться, но у нас было на момент распада Советского Союза порядка там 6 тысяч храмов, если я не ошибаюсь. Сейчас у нас 36. На территории Российской Федерации? На территории, на канонической территории церкви, то есть бывшей СССР. Сейчас порядка 36. Понятно, что из 30 тысяч храмов, которые мы восстановили и построили, сказать, что там много, ну, это не очень соответствует реальности. Вот. Вы знаете, можно я вам так в такой форме отвечу? Есть такая замечательная притча, для меня это не анекдот, а притча, когда богатый человек, ну неважно как, вот он состоятельный, неважно каким образом он в состоянии. В данном случае, неважно, как им приобрел, он умирает и оказывается там, где вот все так или иначе окажутся. Ему говорят, здравствуйте, вот вам в ад. Он говорит, минуточку, как же в ад? Нет, мне в рай. Он говорит, нет, вам, вот сверяют, вот вам в ад. Он говорит, да нет, послушайте, я построил там столько-то храмов, я столько-то монастырей восстановил, я столько денег потратил на церковь, ну что ему спокойно отвечают, деньги мы вам вернем. Вот. А, я как-то рассказал это предпринимателям одним ну, вот, на встрече, ну там не всем, по-моему, это понравилось, особенно таким вот любителям многочисленных паломничеств, но мне-то кажется, что это притча, это именно притча. Мне один мой друг признался, который рассказал, то есть он говорит, ты знаешь, говорит, меня этот анекдот, говорит, глубоко перепахал, потому что говорит, я, говорит, вдруг понял, что вот жертвуя на храмы,
Я считал, что вот у меня вот где-то вот, ну все, я здесь галочку, вот зачет, эта тема зачет, у меня закрыта, зачет, да? Да. И как бы там на образование внукам, там, да. На это, и вот я считал, что закрытая тема, а оказалось, что деньги-то могут и вернуть. Поэтому тут мне кажется, что вот у меня такое отношение, если человек пытается купить, неважно, криминально, если он пытается по строительству храма купить, вот, то он просто не очень понимает, что такое христианство. Но то, что храм строится, ну, вот знаете, это может быть немножко вот не совсем эта тема, но для меня как-то это все вместе. Вот Владимир Семенович Высоцкий вряд ли был церковным человеком, но он пронзительные строки сказал, вот этот образ купола в России кроет чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Замечал, это да. Вот ну, по всему, кроме, может быть, сугубо догматического смысла, это очень правильное. Правильная характеристика. И его все кроют, понимаете, чистым золотом. И криминальный авторитет. То есть мы про сегодня, когда говорим криминальный авторитет, нам сразу, ну вот, понятно, рисуется образ. А если там возьмем пару-тройку столетий назад, это будет что, благородный разбойник? Что-то? Они что, они такие же были, они также убивали, получали удовольствие от того, что кому-то было больно. Но люди... Федор Михайлович Достоевский после каторги написал, что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно потускнел образ Божий. Ну, давайте дадим им шанс. Может быть, кто-то... То есть, повторяю, если они покупают, это глупо. Если они через это... Ведь это же трансформация. Мы же не знаем, каким человек... Он может с одними мыслями начинать строить храм и с другими совсем его заканчивать. Я таких историй знаю очень много. Может быть, пусть не криминальных, но я понимаю, человеческих. Да. Есть еще один момент, который вот меня смущает, что одни и те же люди ратуют за реабилитацию, скажем так, брежневской эпохи, которая, как мы помним, недавно называлась эпохой застоя, сейчас уже другая немножко терминология, и за, условно говоря, продвижение православной веры. Хотя вот мне кажется, что либо-либо, знаете, как вот в присказке, либо... Знаю, либо одно, либо другое, да. Либо предмет одежды, либо предмет культа. Да, крест, да. Вас это вписывается в вашу концепцию того, что человек может измениться? Ну, человек, конечно, может измениться. Да, но причем в обе стороны. Как можно совмещать вот эти два момента? Мне кажется, что все-таки не подвергается сомнению тот тезис, что при коммунистическом режиме церковь, в общем, не была в фаворе, мягко говоря, так скажем. Конечно, не была и в фаворе, но это, наверное, все-таки не к брежневской эпохе в первую очередь относится. Да? Я вообще... Ну, мы-то просто помним, условно говоря, брежневскую эпоху. Да. Мы не можем судить как очевидцы о более ранних периодах. Если ваш вопрос заострить, вот, с вашего позволения, и сказать, что вот, ну, не может коммунист, как вот коммунист, да, для которых атеизм — это некий программный такой тезис, вот мне кажется, что если современные коммунисты, я сейчас не хочу говорить, они настоящие, не настоящие, но если вот человек с мировоззрением в социально-политическом, с идеями в социально-политическом плане, он при этом не стоит на мировоззренческих атеистических позициях, то дальше, ведь, понимаете, у церкви нет догматизированного политического учения. Вот это, кстати сказать, иногда и сами люди в церкви не понимают, что нельзя догматизировать то, что не относится к догматам. Потому что догматы, они определяют для себя очень узкую сферу интересов, скажем так. Это касается то, что непосредственно касается спасения человечества. Так. То есть нельзя догматизировать сферу искусства, говорить, вот это там писатель православный, это не православный. Так. Вот эта книга, вот эту книгу православным всем нужно читать, художественную, а вот эту категорически нельзя. Да? Это нельзя сферу искусства догматизировать. Сферу говорить, что вот ты православный, должен быть монархистом. Или не должен быть, неважно. Да? И вот в этом смысле, конечно, если рассматривать коммунизм как... Если вот кто-то просто с этим не согласится, что это можно исключить, кто-то считает, что коммунизм обязательно атеизм, тогда с этим, конечно, невозможно согласиться. Если вот, ну, исходить из того, что современные коммунисты, они говорят правду, да, они говорят, что они не видят необходимости, исповедуя свои политические взгляды, социальные взгляды, социально-экономические, настаивать на своем атеистическом, так сказать, вот этом базе атеистической, тогда я не вижу здесь проблем. Более того, только церковь и является тем местом, где люди разных политических взглядов, сейчас я уже не только, конечно, говорю о коммунистах, они могут у одной чаши причаститься вместе. Как вы относитесь к тому, что православие становится элементом вот образования, что это появляется в школьных программах? Знаете, после того, как мне студентка на втором курсе сказала, что христианство возникло в третьем веке до нашей эры, и она это прочитала в книге, как честная студентка, она порядочная, не помнит ни названия, ни автора, но там была женщина с ребенком на обложке,
то я, в общем-то, в первых рядах того, что... Ну, не то, что православие. Конечно, ну, понимаете как, вот, слава Богу, мы имеем возможность путешествовать, бывать в лучших музеях мира, наших так. и зарубежных. Но мы же с вами понимаем, что вот если вы не владеете, скажем так, библейской тематикой и, естественно, представлением об античной мифологии, то вы не поймете, почему вот на этой картине этот юноша стоит на коленях перед этим дядечкой, а дядечка его не ругает, а обнимает. Да? То есть объяснить это невозможно. Вот, то есть нужно понимать. И тогда там Богородица с младенцем для вас превращается в женщину с ребенком. Наверное, человек с таким уровнем ориентации в культуре может стать успешным и эффективным менеджером. Но мне бы очень не хотелось жить в мире вот таких эффективных менеджеров. Поэтому, конечно, я за то, чтобы это изучали. Религия — это замковые камни культуры, и ее нельзя не знать. Это невозможно. У нас, собственно, религия вытесняется на периферии общественной жизни не раньше 18 века в западной культуре, а в незападной и до сих пор, как мы понимаем, не вытеснена, да, с чем мы сейчас сталкиваемся, не всегда в таких вот благостных формах. Поэтому это просто нужно знать. Конечно, нужно знать. Вы знаете, я вот в рамках этого проекта «Важная персона» беседовал с Кирсаном Илюмжиновым. Тоже выпускником ГИМО. Кстати, выпускником ГИМО, да. Действительно. Да. Точнее, я тоже, потому что он раньше заканчивал. Да. Справедливое замечание. Он буддист, как мы знаем. Угу. У него достаточно интересный есть тезис, что религия — это бизнес в квадрате. Потому что здесь как бы идет борьба не за капиталы, а за души, условно говоря. Как ты можешь прокомментировать? Да, я могу, во-первых, придраться занудно, как преподаватель. Да. Буддист не может исходить из серьезности тезиса о борьбе за души, потому что буддизм не верит в существование души. Угу. Вот. И тезис о переселении души — это тезис индуистский. Угу. А буддийский тезис, буддийское учение, хотя оно очень разное, и люди, называющие себя буддистами. Ну, давайте я так скорректирую, что это борьба за людей, за человеческий капитал. Ну, опять же буду придираться, потому что это, конечно, ну, условно говоря, эта точка зрения мне понятна, но это не точка зрения буддиста. Потому что у буддиста не может быть, в моем напрасно понимании... Напрасно я обозначил буддиста, потому что он верит в инопланетян. Его буддистское мировоззрение. Я плохо себе представляю, как, вот, собственно, буддиста. Но что касается такого тезиса, ну, это не то чтобы борьба, но вот... Я бы просто по-другому сказал. В центре вот, вообще жизни человека, какой самый страшный, самый важный для нас вопрос? Это все равно вопрос о смерти. Потому что мы приходим в мир против нашего желания. Ну, помимо нашего желания. Кстати, кроме Будды, который выбирал себе родителей и так далее. Ну, может быть. Вот. Но мы, как правило, уходим из мира, не сильно, так сказать, стремясь к этому. Вот если в этом приходе, существовании ухода есть какой-то смысл, то вот ты должен, так сказать, его определить для себя. Это не то чтобы борьба, это вот... Это ответ на вопрос, причем, понимаете, какой ответ? Ответ ведь не в чем, ну, условно скажем, ошибка Ивана Карамазова. В том, что он пытается... выстроив рациональную схему, вот переведя это все в сугубо рациональную плоскость, найти ответ на вопрос, почему, вот как его страшный карамазовский вопрос, в чем его ошибка? В том, что, поставив так вопрос, как может там когда-то обняться мать с человеком, который приказал ее ребенка затравить псами. И в этой, так сказать, парадигме, как сейчас говорят, нет ответа на этот вопрос. Но его и не может быть. Не потому, что это вот вопрос уничтожает, так сказать, любое представление о Боге, а потому что это неправильно поставленный вопрос. Потому что религия, она нерациональна, не совсем такой тебе предлагает ответ. Кстати, у Достоевского есть ответ на этот карамазовский вопрос, причем он звучит до того, как этот вопрос задан. Я глубоко в этом убежден. Там есть глава, «Маловерная дама» называется, когда к старцу Зосиме приходит женщина и что-то такое говорит карамазовское, говорит, это убийственно, убийственно, как можно верить? Он говорит, да, убийственно. И произносит гениальную фразу. Он говорит, доказать здесь ничего невозможно. Это вот Карамазов. Доказать невозможно. Ты хочешь, чтобы тебе Леша заказал? Невозможно доказать. Убедиться же можно, он говорит, опытом деятельной любви. Вот вы попробуйте, говорит Зосима этой женщине, вот начиная с этого момента просто любить людей. И чем больше, он потрясающе произносит слова, абсолютно, конечно, такие вот христианские, оптинские, так сказать. Чем больше вы будете утверждаться в любви, тем больше вы будете утверждаться и в бытии Божьем, и так далее, и так далее. Он говорит, это проверено, это точно. Он говорит, как вот из опыта. Поэтому религия — это не то, что какая-то борьба, это даже вот Достоевский с его, что здесь дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей, это тоже догматически, я, конечно, сейчас моська, лающая на слона, но это догматически некорректная формула, потому что кто такой дьявол, чтобы он боролся? Он-то, конечно, борется с Богом, но и поле битвы сердца людей, но он уже проиграл. Он уже проиграл, потому что был Христос, было воскресенье, он все равно проиграл, и он знает, что он проиграл.
Вот. И человек, в принципе, знает разумом, что он проиграл. Проблема в том, что этого знания недостаточно. Ну, я просто в финале нашей беседы могу всем нам пожелать, чтобы мы в этой битве выиграли. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.